Я в таких зарослях, такие кусты, такое все очень страшное. Господи, тут и змеи, тут и ящерицы. Вообще-то объявление я видела, что в этом году змеи видели люди. Больше, чем раньше. Раньше, я помню, пару лет назад вообще никаких объявлений про змеи. Сейчас начинают уже говорить, что змеи, люди видят змеи. Вот так вот я иду, иду, иду сюда, в эти заросли. Тебе кажется, как будто бы это кто-то постелил какой-то ковер специально для тебя, чтобы ты тут мог как-то уединиться или улечься, или что-то такое. И вот так вот я иду, иду. Мне страшно, вообще-то, я тебе говорю. Мне очень как-то немножко так страшно даже сюда идти. И я сюда лезу, и сюда прохожу. Иду, иду, иду. И тут это все такие жуткие, страшнючие заросли. Что я тут могу увидеть? Мама мия, тут вообще кто-то устроил себе лежбище. Тут, оказывается, даже два стульчика таких стоят, симпатичных. Никогда не знала. Я тут живу, наверное, 20 лет, никогда не видела, что стульчики стояли. Кто-то себе их поставил и наблюдает вот такой вид. Вот такой вот вид здесь открывается, чтобы не чебурахнуться, это с этого места. Такой вид моря сегодня абсолютно приятное. Ой, какое приятное море, такое приятное-приятное, прохладное уже. Сегодня апрель у нас, по-моему, 9 число. 9 апреля, вот такие стульчики, ну надо же, кто бы мог подумать, что тут такие стульчики стоят, и вот такие вот заросли, такие кусты. Боже, никогда в эти кусты не лазила. Когда я с Олегом гуляю, например, я ему говорю, ну давай в кусты зайдем. Он говорит, что там по кустам лазить, нечего, не надо, я не хочу, он говорит, я не хочу никаких приключений. Ну и зря, вот так вот. А тут вообще-то интересно, в этих кустах можно, конечно, приключение какое-то поймать, но да, лучше уйти отсюда.